Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 6 августа, 3 часа ночи. Все как всегда, никаких изменений, ребят, мы на том же месте в то же время. И ждем сегодня наконец-таки полного изменения. И хочется какой-нибудь новый скинчик, желательно 1000 за 2, чтобы прям он был шикарен. Давно мы такого не видели. За 2, за 3. Тупо скинчик за 3, ребят. На страже сумерек. Да. 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 Но это явно не для меня скин. Стандартный. Вот это точно стандартный. Это прям четкий стиль. Название стандартный. Прерия свободная, словно степной ветер. На страже сумерек. На страже сумерек. На страже сумерек. На страже сумерек. Понятно. Окей. Я так и понял. Я вас понял. Это к моему любимому скину сет, да? Хорошо. Это что у нас? Этот будет испытание с кубом и закинут мой скинчик любимый в магазин. Но мне не нравится, ребят. Мне не нравится, потому что это очень-очень стандартно, очень просто. И, ну, как-то не очень интересно, как по мне. Понятное дело, сейчас куча людей скажет имба. За штуку 200 имба скин. Но вот это вот прям стандарт. Да. В панамке, конечно, получше. И с бэкпэки. Бэкпэк, я думаю, юзать вряд ли буду. Чисто из-за панамки штука 200. Не, ну цена адекватная, понятно. Бэкпэк, блин, ну мне вообще не нравится. Я расстроен. Я прям расстроен. Вот она, родная. Вот оно. То, что я видел на World Cup. Да. Так, проверяем, ребят, перед покупкой тега автора. Да. Вот она, красота. Вот это хорошо. Подкова, череп. Класс. Вот это круто. Хорошо. Посмотрим, как выглядит. Кайф. Ну и такой же пацан, понятно. Ну это плюс в коллекцию Кикистану. Это какой-то крокодил Данди чистый, блин. Фронтир. Самый быстрый стрелок на диком западе. Пацан поприкольнее выглядит. У него какой-то цвет поинтереснее. И бандана, ничего так. Да, пацан поприкольнее выглядит. Но у девахи мне... Хотя тут... Да, сделано. Нет, нормально. Пацан получше, как по мне, выглядит. Что у него бэкпэк, а это этот динамит. Но тоже не юзабельный будет бэкпэк, он еще больше. Короче, в этом сете кирка имба. Кирка кайф. Плюс кирка. А это такое. Кирка. Отличная. Следа никакого нету, но, в принципе, наверное, вряд ли бы какой-то след сюда был. Придуман ли. Кирка класс, мне очень нравится. Звук тоже довольно просто, но выглядит очень классно выглядит. Мне очень нравится, как выглядит. Череп, это топ. Черепа на кирке, это топ. Кайф. Жаль, низ они сделали из металла, блин. Было бы прикольно, если бы низ был из дерева, наверное, все же. Из дерева, а подкова пускай металлическая. Было бы, мне кажется, поприкольнее. Ну да ладно. Хорошая кирка. Так, что у нас здесь? Здесь у нас что это у нас? С 6 сезона, пацанчик. Сумречный принц. Да, деваха у нас была в сезоне. Пацанчик был в магазине. Топовый плащ, прям вообще бомба. Плащ офигенный. Пацанчик тоже неплохо выглядит, кто не играл в том сезоне, у кого нету девахи. Хотя даже если есть деваха, не знаю. Сейчас уже, спустя столько времени, уже и ничего так он смотрится. Прикольно. Пальцы бомбовые. Прям вампир.
Да. Первый мой возврат в игре, ребят. Первое, что я вернул в игре, это... Да, это вот эту кирку. Новолуние. Стоит она штуку 200. Это первое, что я вернул. Когда вы машете, разлетаются небольшие, маленькие летучие мыши. Вернул, потому что посчитал, что штуку 200 она не стоит. Дороговато. Ну вот как-то она мне не зашла. Это первое, что я вернул вообще в игре. Все. Ну, может, кому-то, конечно, кирка и понравится. Но лучше вон ковбойскую возьмите. Правая сторона. Это у нас измененная магма. Магму немного переработали, ребят. Как по мне, выглядит круче. Но большинству людей не нравится. Мне нравится. Прямо сейчас. Да, магма класс. Обертка. Обертка, как по мне, стала прикольной. Прям ярче. Когда нам какой-нибудь транспорт еще добавят, ребят? Добавят нам еще какой-нибудь транспорт? Да, очень круто. Вообще кайф. Жаль, на этом мы ни на чем не видим теперь. Прямо сейчас. Да, магма класс. Пурпурный защитник. За 800. Кстати, у пурпурного защитника тоже есть стили. Нет, это не пурпурный защитник. Вот он, пурпурный защитник. Есть стили. Шапки она. Она в Панаме. Нормуль скинчик за 800. Вообще вполне. Так, и скинчик пурпурного защитника. Тоже довольно классическая деваха, но ее реколор мне нравится. Ну и плюс ей Панаму накинули. С ней очень даже ничего. Ну вот. Надеялся отжаться, в итоге не совсем то, что нужно вышло. Хороший скинчик. Тоже спасибо. Спасибо за подарок. А, нет, его, кстати, мне не подарили, его я купил. Тогда все, тогда не спасибо. Незаметный сюрикен за полторашечку. Не хватает ему какой-нибудь... Назад, конечно. Звездочки, нунчак, я не знаю. Катаны какой-нибудь. Чего-нибудь не хватает. Сюрикенов. Ну, я бы сюрикена ему какие-нибудь насобачил. Все-таки он сюрикен. Потому что, ну, полторы штуки без бэкпэка такое. Но так как я бэкпэки не ношу, мне до одного места. Скинчик. Нормуль. Мне его подарили. Я сам не покупал. Но огромное спасибо за то, что подарили. Потому что, когда я за него поиграл, мне он прям приколол. Классный скинчик и довольно, ребят, ну, мелкий, не занимает особо пространства, то есть он худенький очень. Поэтому скинчик неплох. Но многим он не нравится, то что в ПВЕ за него наигрались. Ну, такой скин с ПВЕ, и людям он уже приелся, грубо говоря, по ПВЕ. Я же в ПВЕ не играю, поэтому нет. Класс. Так, скинчик. Скин, как я и сказал, ребят, скин довольно негромоздкий, худые руки, худые ноги. То есть он особо не будет вам закрывать пространство. Выглядит тоже классно. Меня что-то прикололо. Не знаю, тогда, когда он первый раз выходил, я к нему не... Ну, как-то он мне не зашел. Поэтому тут благодарен, что подарили. Хороший скинчик. Хороший. Простенькая эмоция за 500, которая мне не особо нравится. Так себе. Такая себе. Призрак. Кирка. Кстати, она, по-моему, только была, когда нам закидывали. Да, мне кажется, она была. Когда нам деваху закидывали. Хотя могу ошибаться.
Могу ошибаться. Призрак, ребят, за 800. Нормальная классическая аккуратная кирка, без особых эффектов, стандартного, с довольно простым звуком. Кто любит такие вот аккуратные вещи, это для вас. И некротанец. Некротанец, хорошо. Это неплохо. Старая очень эмоция. Очень старая. Но выглядит круто. Как? Ждем ее на Хэллоуин. В следующий раз, наверное, уже встретимся с ней на Хэллоуине. Вряд ли ее еще разок докинут. Хотя ее не так часто закидывают. Вот, собственно, здесь и все. Кирка топич. Есть неплохой скинчик и лучшая обертка в игре. Как по мне, просто бомба. Неплохо, есть что взять, друзья. Не забывайте перед тем, как покупать, проверять тег автора. Мой тег автор SPT-083. Не забываем и участвуем в розыгрыше, который в группе ВКонтакте закреплен. 10 тысяч рублей разыгрывается. Удивят нас новостями сразу. Новости нам, друзья, не обновили, к сожалению. Но что появилось? Появилось, ребят, подарить боевой пропуск вернули. 479 рублей стоит, можно купить в подарок. И у нас есть еще вот такая интересная штука. Это битва за небо. Это режим, который у нас был на World Cup, ребят. Контроль точек, если я не ошибаюсь, с мечами. Не пробовал я его, но надо будет попробовать. То, что мы смотрели в первый день, я не знаю сколько часов. 4, 5, 6 часов мы это наблюдали. Это было очень долго и нудно. Но разок-другой сыграть прикольно. Режим неплохой. Надо будет рубануть. По испытаниям. Тишина пока, да? Да, по испытаниям тишина, по состязаниям тоже тишина. Тут тоже. Все, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Вторник мы начинаем с пиратов Sea of Thieves, как всегда. У нас первая половина трансляции по вторникам всегда пираты. Вторая половина трансляции будет Fortnite, так что всем вам буду рад. Всем спасибо большое за просмотр, друзья. Удачи, пока.